Химках провели встречу жителей с врачом, акушером-гинекологом Ириной Спириной. На лекцию пришли больше десятка жительниц микрорайона Левобережный. Очень важно задать вопросы и женское здоровье, и в общем что-нибудь найдется. Ирина Спирина – практикующий врач с 20-летним стажем. Знает, как донести сложную и важную информацию до пациентов. Организм женщины очень хрупок. И на протяжении жизни претерпевает множество изменений. Поэтому мы будем говорить, как сохранить здоровье женщины на протяжении всей жизни. Чего опасаться, как часто надо ходить к врачу, какие мероприятия надо проводить для того, чтобы сохранить свое здоровье. Женское здоровье – важная тема. В городском округе регулярно проводят подобные встречи. Тематические мероприятия проходят и в школах муниципалитета, и на общественных площадках.